Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше сборку Т-72Б3 от фирмы Мэнг. Модель любезно предоставлена мне была магазином «Я моделист», за что им огромное спасибо. В сегодняшней части хочу показать вам, как собираются траки. Так как подвеска у танка рабочая, траки получаются тоже рабочими в данной модели. В сборке очень нравится собирать. Нет ничего сложного. Только что уходит время на срез и на зачистку самих деталей. Сейчас быстро срежем нужное количество траков. В наборе 7 таких литников. Если вы пару траков испортите, то ничего страшного. Здесь небольшой запас останется. Гусеничная лента получается полностью рабочей. Ее удобно красить, за счет этого удобно одевать на ходовую часть. Одна лента состоит из 13 частей, которые из 6 траков. И 14-й кусочек, в котором 3 трака. Почему так? Потому что для идеального натяжения, даже в инструкции сразу указано, нужен 81 трак. Сейчас подготовлю траки, зачищу и начнем сборку. Подготовил нужное количество траков, гребней, заглушек. И теперь приступаем к сборке. На всю подготовку, чтобы срезать траки, зачистить их, ушло где-то около 2 часов. Теперь начинаем сборку. Собираем руками аккуратно, вставляя в отверстие. Особого труда нету. Главное внимательно собирать, чтобы не перевернуть сам трак. Гладкой стороной к себе. Аккуратно, не спеша, все хорошо стыкуется, все хорошо становится на свои места. Очень хорошо фирма Мэнг продумала, сделала их. Сборка не занимает много времени. 2 вечера по пару часов у вас уйдет на их сборку.
Также вот в наборе дан такой кондуктор. На него укладываем ленту из 6 траков. Все понятно, в инструкции очень хорошо показано, как что делать. Закрываем крышечку. Заранее кусачками нарезаем заглушки боковые. Не знаю, как они правильно называются. Также вот смотрим. Здесь такие пазики. На этих заглушках болты выпирают. Тоже внимательно вставляем. И кусачками срезаем литник. В кондукторе вы тоже ничего не перепутаете. С одной стороны вот круглое отверстие, со второй квадратное. Смотрите, как правильно вставить. Одеваете на направляющие и аккуратно, равномерно рукой надавливаете. Снимаете. Вот так вот красиво все получается. Теперь точно так же сделаем вторую сторону. Тоже аккуратненько вставляем. Срезаем кусачками. Если хорошие острые кусачки, они срезают без проблем. И точно так же аккуратно, равномерно делаем и эту сторону. Пальцем, если надо, подправим. Получается вот такой вот участок из 6 траков. Вкладываем в сторону и продолжаем собирать ленты дальше. Надо собрать 13 больших и одну маленькую. И умножить на 2. На две стороны, на две ленты. Получается, нам нужно сделать 26 шеститрачных полосок и 2 двухтрачных. Все это посчитано, проверено, можете не сомневаться.
Вот, друзья, сделал 13 лент. Теперь покажу, как они соединяются вместе. Тоже нет ничего сложного. Аккуратненько вдеваете. Опять же, на кондукторе есть одиночное отверстие, и туда точно так же вставляется заглушечка. Обрезается. Так наживляется. Можно делать руками. Кому как удобней. Я попробовал делать руками. Тоже понравилось. Ну, только что надо смотреть, чтобы сторона среза была внутрь трака. Полосочкой. Наружу. Ну, мне кажется, все-таки руками быстрее вдевать, если вы приноровились. Если вдруг нечаянно неправильно одели, то аккуратно можно вытащить и переставить. Вот за короткий промежуток времени получилось. Как видите, получилась такая вот красивая рабочая гусеница или гусеничная лента, кому как нравится. И вот вторая. Как я и говорил, на сборку у меня ушло 2 вечера. На подготовку, на срезку, на зачистку. Но оно того стоит. Приятная, качественная модель. Кто еще думал или сомневался, брать или не брать Т-72 от Менго, то я рекомендую вам приобрести эту модель, потому что от сборки вы получите одно удовольствие. И особенно, кто не любит собирать наборные траки, то, как видите по этому видео, здесь нету ничего сложного. Все собирается и стыкуется на отлично. И я ранее собирал Т-90 от фирмы Мэнк. Эти гусеницы без проблем становятся на ходовую, без проблем соединяются. Ну, все это вы увидите в процессе. На этом буду заканчивать. Кому интересно, в следующей части будем собирать верхнюю часть корпуса.
Спасибо, друзья, за просмотры, спасибо за комментарии. Подписывайтесь на канал. Всех благ вам и вашим близким.